Дворец спорта «Норда» на 11 дней станет центром мини-футбола. 17 юношеских команд поборются за призы первенства региона. Игры проходят в 4 возрастных группах, самым юным игрокам 8 лет, старшим 16. Первая игра команды «Лидер-2» закончилась с разгромным счетом 16-0. Соперники воспитанников детско-юношеского центра «Норд-1» так и не смогли забить долгожданный гол. Мы очень слаженно играли, много двигались и хорошо заканчивали голевые ситуации. Сыграли отлично, забили много голов. Я забил 3. Вот, сыграли хорошо. По словам игроков, сложнее было продержаться положенное время. На первенстве команды 2001-2002 годов рождения впервые для себя играли 2 периода по 25 минут. Ранее они, как представители младшей и средней групп, проводили матчи, в которых было 2 периода по 20 минут. Всего в этом году на поле Дворца спорта проведут матчи 17 команд. Это воспитанники Дворца спорта, детско-юношеской школы поселка Искателей, детско-юношеского центра «Лидер» и Ненецкой школы-интернат. Игры продлятся до 30 апреля по круговой системе, где каждая команда проведет встречу с каждой командой соперников в своей группе, чтобы определить сильнейшие сборные региона. Стараемся уже с федерацией, все, то есть это взаимосвязано, работаем. И то есть команды победителей мы уже стремимся, чтобы они за счет окружного бюджета выезжали на областные соревнования. Но там вроде как все по плану, если будет, то команды победителей поедут. Сейчас же юным футболистам остается состязаться за право стать сильнейшими в своей группе и показать, что именно они достойны права защищать честь нашего региона. Алена Валеева, Дим Носкин, телеканал «Север».